Приветствую всех зрителей канала. Как и обещал, самая интересная миссия. Особнячком у нас сегодня. Так, с кем мне стреляться? Со всеми? Бля, похоже. Да, вообще со всеми. Понятно. То есть можно просто снайпить, блядь. С пулеметом. Да серьезно. Какой там броник у тебя? Так, ладно, убегаем. Здесь вроде как никого. Но здесь мы задержимся. Не-не-не, давай назад. Оружие в любом случае придется поменять, поэтому я спокойно растрачиваю патрончики. Тут мы, по-моему, хреначили здесь. В трубе никого нет? Так, 192 патрона. Здесь у нас калашников. Два калашникова, да? Угу. Сделайте его. Я думал, сегодня что за херня у него выпала? Выбить его оттуда. Давай вылазь. Почему с одного нажатия? В лучшем случае два отверстия в стене. Давай. Хуеришь, блин. Отлично. Так. Что, блядь? Здесь нету сохранения. То есть, типа, если ты начинаешь, ты начинаешь издалека. Куда побежал, блядь? Блять, меня только увидел, сразу побежал. Серьезно? Или же даже наоборот. Сначала побежал, а потом увидел. Давайте. Смысл был? Нет, пусть получит документы. А вот эти ребятки, которые меня в прошлый раз вальнули. Вот он.
такими румынами. Ну сам за себя. Блять, ни хера не видать. Ну, вроде как соперники у нас все. Поэтому быстренько сейчас. Ну, блять, как сюда залезть? Бля, калашников не достану, да? Блять, назад, назад. Че, по левой стороне попробовать? Ладно. Не дайте этим вонючим румынам зацапать документы. Заканчивается этим дерьмом. Придохни. Эй, кто-нибудь, достаньте это. Быстренько перебегаем. А что, это максимум? В чем разница? Ага, понятно. Американец вообще с нами или с ними? Со всеми, по очереди. Да блять, что за издевательство? Пошли встречать его. Блять. Реально издеваются. Где ты? Да, есть у него небольшой разброс, но, как и у любого пистолета, на больших дистанциях он ощутим. Надо как-то подняться наверх, для того, чтобы контролировать всю эту ситуацию. А как нам тут подняться? Хуй его. Все, вопрос отпал. Охуеть, снайпер. Великолепно. Всякий случай. Так, значит, нам нужны вот эти вот сооружения, я так понимаю, в которые войти мы не можем с этой стороны. Один боец у нас остался. Так, да, это с этого сооружения. В GTA можно было контролить свое направление с помощью прицела. Здесь какого-то хера нет. Блин. Чё? Где? Кто?
Скажите Солину, это тот америкос. Какой америкос? Не-не-не-не-не. Блять. Я не хочу заново начинать эту миссию. Ты откуда там? Чит-коды, блять, подрубай. Кто больше замочит, больше получит. Эх, судя по всему, он наверху убежал. Очень странная карта. Куда, сука, побежал? Передохните, пожалуйста. Чё же вы меня все расстреливаете-то? Так, давай-ка быстро, блядь, к этому тулусу. Отлично, а вот и Сорин. Пошли во время. Ясно, Мило. Приношу извинения. Мне пора. В другой раз поиграем, а? Мило, блядь, Света. Я не хочу тебя убивать сегодня. Блять, ну посмотрите на карту, а? Меня сейчас просто здесь разъебут. Так, ладно. Ты где они у нас? По внешней стороне? Те самые сложности, о которых я говорил, появились. Не берет тачку и погнали. Ты чё, дурачок, что ли, совсем, блядь? Ты нахрена в меня стреляешь? Так, у нас кто-то здесь есть, да? Нихера. Когда мои люди приедут, я скажу им выпустить тебя. Только обещай быть маленькой. Сука. Съебался. Поехали, похрен. Будем пытаться. У меня брешь, Мило. Давай, если не боишься. А ебаш. А чё, где?
Сука, 3 минуты, блядь. Все самое хреновое сейчас у меня на экране происходит в этой игре. Остается пара ребят. Да ебать, блядь. Там где-то еще одна точка должна была бы быть, но хрен с ним. Бля, куда? Чё, угораете, что ли? Есть момент один. Живи, сука. Блять, я помню, как я ненавидел эту миссию в свое время. Где у нас эти ребятки? Разгоняйте, чего? Сука. Оторвался от папки, да? Так, 40 секунд, сука. Короче, в любом случае нам нужно использовать именно машины. Секунд. Ну пиздец, нахуй. Отлично, а вот и Сорин, пошли в отрыв. Короче, можно было бы и не разбивать их всех, достаточно было только эту тачку разбить. Ну сейчас, блядь, мы еще за ним будем гоняться. Блять, оружие есть. Сука, что, подстрелить его не мог? Не ходи за мной, мило. Тебе это не по зубам. Так. Не то. Хотя погоди, у нас же есть вот это вот. Надеюсь, что нам не будет мешать. Блин, ну ускорение на мультике это прям кадр. Сука, все-таки будут. А почему я с Калашникова не могу стрелять на ходу? Это был бы эпик.
Так, что нам здесь нужно сделать? Просто догнать его, скинуть с мотоцикла или же пристрелить? Будем пытаться, наверное, стрелять на расстоянии. Сука, ну повреждения, блядь, не выпадают. Так, не тут, блядь. Да не уйдет у нас. Сейчас опять догонять его по серии будем. Как бы пока мы его догоняем, пока мы его не видим, он едет медленно. Что за херня? Какой хер его мотоцикл у меня под колеса вылетает? Вот, ну вылетел. Чё? Стой, сука. Прикольная тема. Так, чё, у меня колесо просто? Ну, блять, а вы и теперь? Как ты ездишь-то с такими колесами? Блять, крутился. Не. Тебе не победить, Майло! Сдавайся! Иди домой! Сейчас бы еще миссию с поездом, как в GTA-шке. Пиздец, блядь. Причем мультиком очень сложно управлять, потому что, блядь, колес у него нету. Попадешь в него или нет? Он сейчас, типа, у него там все повреждения заживут. И мне опять придется его, сука, там сзади едет. Почему я не могу пересесть к нему, блядь? Ебать, блядь. Все, займись. Мой мотоцикл уже не железо. Хотя вроде я бы, блядь, попал в него. Какую-то херню засчитаю, а? Пу-пу-пу, блядь. Чё, иди-ка сюда. Въебись там куда-нибудь. Тубус, сука, где? Блять.
Что это за, блядь, перформанс вы тут учудили? Блин, я не дам спавниться. Так, главное не выпасть отсюда. Майло, не лезь! Ты помогал Лос Чулу, я не забыл. Я разрешаю тебе уйти. Не уйдешь сейчас, хуешь? Ходить больше не будешь. Так, убить нам его не дают. Где твои друзья? Блять, это наша жертва бессмертная. Твой выбор. Оружие к бою. Сезон охоты на Майло открыт. Да, да, да. А это что? Пусть поебать. Сука. Чё за парные стрелки тут? Вот что это за херня? Слышь, блядь, даже телек простреливается. Ну теперь понятно, почему я не мог его снять на ходу. Что ты откуда там стреляешь, блядь? Чё, патроны-то возьмешь, не? Бегает, встанет, постоит, попиздит, дальше бежит. Разрушитель взрывается, надо же. Какое чудо. Прям чувствую, миссия будет долгой. На одну серию подтянет. Полный фарш, блять. Чё с херы ты встал? Чё за ствол у тебя? С этим поездом делать на мотоцикле, блять. Колесики ему прострелить, сука, стрелочка. Ну, блять, естественно. Все так просто не могло быть. Чё, блять? Какого хера там их так много? Куда они там взялись в поезде? Сука, там сзади опять ему помощь едет.
О, блин, ты что тут на машине забыл? Давай, хоть ты не стреляй, ты будешь, нет? Охуенный водитель. Но умели спрыгать так себе. Сейчас нам покажут эту обламывающую все заставочку, да, с мотоциклистами. Хуя, блядь. Чё за маньяк, блядь, придумал эту миссию? Ты, может, водителя подстрелишь, не? Одно охуительнее другого, бля. Та-та-та. Что уходит замечательно. Мало не умеет прыгать по ступенькам. Первая попытка была самая удачная. Давайте, начинайте стрелять. Весь набор сзади у нас заспавнился. Типа, блин, нахрена вот еще настолько все усложнилось. Сказай себе. Вот он. Какого хуя, блять, Майло? Поебать, блять, давай машину сюда. О, рискнем. Стой, блять. Блин, машина на таких колесах нихуя просто не поворачивает. Блин, да отстрели ты уже эту сцепку. Неужели? На чем теперь мы будем?
О, отлично, мы можем туда перепрыгнуть. У него колеса целые. Еще, блядь, поезд вылетает, да? Ну, естественно. А теперь наша очередь. Моего, блядь, ебаш. Ебаш, блядь. Легко. Не вынуждай меня. Сука, там опять целая толпа сзади. Ебать. Блять, прижимайся, сука. Ебать, ебать. Как же это жестоко здесь реализовано, да? С первого раза не пройдешь, будешь мучиться, блять, всю жизнь. Как здесь тут он сейчас должен будет сделать. Блять, ребят. Давайте вы не будете меня на него толкать, а? Мне нужна прямая. Нахрен. Чё, тебе не циклон, что ли? Ой, да не пизди, я там полобойму разрядил. Не, ну офигенно, конечно, когда одна миссия затягивает на полвечера, но... Слишком уж как-то заебично. Это должен был быть охуенный кадр или что? Так. На сегодня, пожалуй, мы закончим. Слишком много эпопеи было. Дальнейшее прохождение отложим на следующую серию. Пока что посмотрим на драйвер Сан-Франциско, который проходим одновременно с этой игрой. В любом случае, на этом моменте мы с вами прощаемся.